Воскресный день. Каждый проводит его по-своему. В Кустанае одних манит Дом культуры, другие закупают побольше газет и журналов, а третьи, они встали раньше всех. Кустанай еще спал, когда они долбили во льду Тобола свои лунки. Давно ждали они зимней поры. Подледный лов — их страсть. Учителя Николай Винц и Владимир Науменко — самые удачливые. Чебаков на уху наловил работник Аэрофлота Иван Ладынин. Кустанайцы шутят. Летом на Тоболе не столько купальщиков, сколько зимой рыбаков. Пожалуй, так оно и есть.